Вот, сегодня, значит, 28 марта. Я иду по направлению к Якиманскому проезду. Вот, напротив вот Якиманский сквер. Вот, это вот памятник Дмитриеву. Он был, ну, как я читал, вроде прочитал, что это был какой, ну, антифашист. Самый такой первый, вот, который увидел, как бы, всю мерзость и все, что, как бы, плохое от этого. Наверное, вот как-то так. Ну, не знаю, при моей, как говорится, к моему стыду не слышал никогда про Дмитриева. Ну, вот его сквер, вот там вот церковь виднеется это. А вот. И здесь вот Якиманский проезд, он идет вперед. Вот, ну, вот здесь вот пивной ресторан. Сегодня он за Вильям Бас какой-то. Он закрыт, так как у нас тут карантин, соответственно, все жральни закрыты. Вот, Якиманский проезд вот с той стороны, это другая уже улица, я помню, малая Якиманка, по-моему, нет. Вот, и там вот видно, значит, это красное здание, это вот завод, фабрика, вот, принадлежащая тут до революции стоящей. Вот, и вот за ним идет, значит, новая Третьяковка, вот там вот музеон, вот это вот. А здесь вот современные здания, вот Якиманский проезд, он вот туда идет. Так здесь, ну, как бы, Якиманка, она пошло название от Якима Иоанн, от церкви Якима и Анны в Галутвино. Ну, Галутвино это, значит, здесь местность, в которой, значит, жил царевич Андрей, сын Ивана Третьего, которому он ему пожаловал. Вот, Галутвино, потому что голая земля, тут все вырубили ему, вот отдали голую, как бы, землю, он здесь проживал. Вот, ну, Якиманка, Якиманский проезд, вот это все, это была Якиманская, ну, как бы, слобода, где селились стрельцы. Вот, ну, и дальше знать уже селилась, здесь уже строились хорошие такие купеческие дома, там все, то есть приглашали хороших архитекторов, самых известных. Вот как-то так. Вот здесь видно подворье, значит, церковное, вот там храм, значит, и, ну, видно вот зеленая, как бы, ограда, это вот территория храма, и вот этот вот здание серого цвета, серо-зеленое, оно тоже относится к храму. Вот как бы вот этот Якиманский проезд. Ну, я думаю, что как бы вот. Вот, ну вот здесь вот идем, я уже, наверное, я не знаю. А, ну вот он, оттуда я шел, как бы. Вот, Якиманский проезд как бы закончился, как я понимаю. Вот, то есть вот так вот.